Всем привет, и я продолжаю играть в игру Майнкрафт версии 1.5.2. Итак, пора нам сделать крышу. Так, возьмем кирочку, топор и меч. Ну и, конечно же, блока, чтобы залезть на крышу. Так. Оп, залезем. Итак, сделаем крышу. Надеюсь, нам хватит. Так. Надеюсь, хватит. Ура, нам хватит ставить. Кажется, ура. Как видите, нам хватило. Ну, еще красавчики. Сломаем этот блок. Так. Думаю, пойдем еще добудем дерево. Так, теперь уже на этот раз березы. Потому что будем делать березовый пол. Береза нам очень сильно пригодится для хорошего пола. Так. Закройся дверь. Так, я думаю, нам придется сделать лопату. Потратим немного дерева. Сделаем себе каменную лопату. Так. Так вот. Делаем себе каменную лопату. Ой-ой-ой. Кажется, я сломал блок. Не тот. Не тот. Думаю, здесь тоже вскопаем. Сейчас поставим дверку, чтобы к нам никто не вошел. Так, видите, очень красиво смотрится. Так вот, мы сделали пол. Как видите, очень красиво получилось. Хотя лопата нам пригодится. Очень красивый пол. Так. Ну вот, я думаю, для красоты сгодится. И так вот. Делаем. Вот так. Для красоты. Думаю, сгодится. Так, ну что можно еще сделать? На улице выйти погулять. В принципе, можно и погулять. Мне бы поесть, но выходить я боюсь, так как там могут быть мобы. Потому что, как вы знаете, когда идет дождь, спавнится мобы. Так, посадим тростник. Так, да, будем вериться эту штуку.
кажется, был листва этого дуба. Мне кажется, ее уже нет, она пропала. Может, это были лаги. Так, стабилизируется. И еще мы, в принципе, можно сейчас много дерева. Нет, не будем переделывать. Сделаем древесный уголь из вот этих вот досок. Так, поставим печку. Пока будем, пока нет угля, думаю. Сделаем уголь древесный. Так. Нам еще нужно еще дерево. Копаем. Скопаем. Срубим. Так. Быстрее принесем, возьмем уголь. Что? Что я вижу? Что я вижу? Это же яблочко. Быстрее вернемся в дом. Возьмем уголька древесного. И сделаем. Ну а сделаем мы, конечно же, котела. Думаю, они нам пригодятся. Думаю, 12 кило нам будет норм. Ну, давайте еще немного. Только сделаем. И вот так нам хватит. Там же дерево тоже немного. Сделаем вот так вот. Сильнее. В принципе. Вот так вот сделаем. На улице уже темнеет, как видите. Поэтому тоже когда смотрится территория. Ну и конечно же залить дом. Так, вот у нас древесный уголь. Делаем. Положим сюда. Думаю, пока что на время хватит. Так, ну что еще? Так, в принципе, я не взял. Сейчас, кажется, будут спавниться мобы. Так. Освоим территорию еще побольше, если поблизости нет мобов, побыстро побежим и освоим территорию. Ой-ой-ой-ой, неприятности. Ну, думаю, на этом все. С вами был Задрот Суперлевела. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока.